Всем привет! В этом обзоре 3D-кристальный пазл серии «Знаки Зодиака» «Водолей» на подставке и со светом. Начнем, как всегда, с упаковки. На лицевой стороне у нас изображен получаемый после сборки пазл. Есть надписи на русском и английском языках о том, что это пазл «Водолей». Указано, что пазл является объемным, а также тренирует внимательность и развивает мелкую моторику. Есть логотип «Хобби гипермаркета Леонардо», где можно данный пазл приобрести. И количество деталей в наборе. Здесь оно составляет 34 элемента. На обратной стороне также изображен наш пазл, но уже посвеченный светодиодами из подставки. Есть информация о производителе и поставщике, предупреждение о безопасности и самое интересное – информация о представленном знаке зодиака, период, в котором рождаются люди этого знака и краткая характеристика о нем. Больше ничего интересного на упаковке для нас нет. Открывая упаковку, мы находим белую коробочку, в которой у нас лежит подставка в отдельном пакетике с батарейками уже в комплекте, инструкция на русском языке и все элементы нашего пазла, закрепленные на плашках, также в отдельном пакетике. В инструкции изображено, в каком порядке необходимо перед сборкой разложить плашки, на которых закреплены детали пазла. И цифрами обозначена последовательность элементов, в которой пазл необходимо собирать, выстегивая их с данных плашек. Также есть информация о том, как включается и выключается светодиоды в подставке, общая информация о сборке пазла и информация об уровне сложности, 3 звезды и времени сборки, ориентировочно 1.5 часа. По окончанию сборки у нас получается вот такой вот 3D-кристальный пазл из серии «Знак Зодиака» «Водолей» на подставке и со светом.